По делу Джохара Царнаева, которого обвиняют в организации взрыва на финише бостонского марафона в 2013 году. Сам подсудимый, вопреки ожиданиям, лично появился в зале суда. Прокуратура требует для него высшей меры наказания – смертной казни. Это означает, что заключить соглашение со следствием адвокатом Царнаева не удалось. Из США Александр Христенко. В эти минуты в федеральном суде Бостона определяют... Сейчас подсрачник дает. Ну, блядь, ты будешь кого-то дергать, и, блядь, тебя о, сзади, блядь, посрать ее, блядь. Я думаю, тебе приятно не будет, блядь. А чего он ее таскает по всей квартире? Ну, и ебёт, не видит. Сейчас следует будет шляпу близко. Так он у тебя кастрированный, нет? Нет, это что, если бы он был кастрированный, пиздец. Ну ты его мучишь, блядь. Да нахуй нет. Будет нелегко взглянуть в глаза тому человеку, который изменил мою жизнь навсегда. Я сблизилась со многими пострадавшими от этого террора. Нахуя? Особенно с теми, кто лишился конечности.